Настроиться на ваш любимый канал ТВ-РУС на спутнике Астра не составит особого труда. Для этого необходимо нажать на пульте управления вашего ресивера кнопку «Меню» и зайти в раздел «Установка». В этом разделе выбираем спутник Астра. Далее нажимаем красную кнопку на пульте управления ресивера. Теперь вы увидите на экране новое окошко с меню. Выбираем в этом же меню режим поиска «Все», тип программы ТВ, режим сканирования, автосканирование, далее нажимаем на «Ок». Теперь ваш ресивер производит автоматический поиск всех каналов. Помните, что результат поиска может продлиться несколько минут. После завершения автопоиска на экране появятся все каналы, которые можно смотреть через спутник Астра. Перемещаясь по списку каналов, вы найдете канал ТВ-РУС. Но есть способ найти канал ТВ-РУС гораздо быстрее. Для этого необходимо воспользоваться функцией «Поиск». Нажмите на пульте управления кнопку «Поиск» и введите название телеканала ТВ-РУС. Далее вы увидите, что телеканал ТВ-РУС появился на вашем экране. Чтобы телеканал ТВ-РУС не затерялся в списке других каналов, вам следует добавить его в избранное. Нажмите на пульте управления ресивера кнопку «Меню». Далее раздел «Канал». В появившемся окне переходим на менеджер ТВ-каналов и нажимаем на белую кнопку пульта управления ресивера и добавляем канал ТВ-РУС в список избранных каналов, после чего нажимаем ОК. Теперь наслаждайтесь просмотром любимых передач на телеканале ТВ-РУС.